селе Шабановском проверили работы по очистке русла реки Шепш. На выездную проверку приехали представители местной районной администрации, а также прокурор района. Подрядчик выполнил работы по расчистке русла в полном объеме. Но одно замечание у проверяющих все-таки нашлось. Камнем преткновения стали деревья, в огромном количестве растущие по берегам реки. В некоторых местах корни уже подмыло, а сами деревья наклонились к реке. При сильных осадках и подъеме уровня воды такие деревья может вымыть из грунта и понести по течению. Возникает опасность затора. Но чтобы выкорчевать опасные заросли, нужно сначала определить ответственную за них организацию. Ведь расчистить предстоит немалую территорию. Какую-то надо полосу отвода брать, там, определять в проекте. 2-3 метра, да? Все, что попадает, хоть вот такое дерево, все пилить. Напомним, что в июле этого года произошло масштабное подтопление поселений Северского района. Для того, чтобы происшествие не повторилось, русло реки Шепш очистили от лишнего грунта.